поручение министра внутренних дел и в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации госпиталь ГУВД переходит в систему борьбы с ковидом. Городское управление внутренних дел, его сотрудники постоянно находятся на передовой, помогают обеспечивать контроль над процессами самоизоляции, движения в городе. Я надеюсь, что госпиталь ГУВД, который вступит в борьбу с ковидом, также будет оказывать помощь и полицейским, сотрудникам внутренних дел. Это наша общая задача, общая борьба, и я надеюсь, что мы ее победим.